Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Opel Corsa D 2010 года выпуска. Объем двигателя 1,4 литра A14XER. Пробег автомобиля 244 698. Крышка и маслозаливная горловина чистые, нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. 14 килограмм. Второй цилиндр. 13,5 килограмм. Третий цилиндр. 14 килограмм. Четвертый цилиндр. 13,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.